Вчера получил посылку. На пункте выдачи убедили вскрыть. Посмотреть. Но списка нету. Я так посмотрел для вида. Запакованы небрежно, конечно, этой прозрачной лентой. Липкой. Надо было вот эту метку приклеить там, где место разрыва. Тогда было видно. А так ее открывай, заклеивай по два раза. Так, сейчас будем проверять. Много чего всякого. Так, это я расписался за получение квитанции. Так, это вот это я только посмотрел. Так, это я не смотрел. Так. Так. Так, ну это бумажка оттуда. Так, значит, будем открывать по очереди. Так, это у нас лошадь. Так, записываем лошадь. Так, вот лошадь есть. Дальше вот тут. Так, это у нас Иисус и трое. Так, Иисус и трое. Вычеркиваем. Дальше, значит, тут. Склеит. Индеец. Бизон. Вычеркиваем. Значит, что тут еще? Сверху. Молодец. Марочку прислал. Так, Франклин Минт. Пруф. Это вот эти три волхва, значит. Все ясно, вычеркиваем. Три волхва. Все понятно. Так, это на что? Спасибо за какую-то монетку. Ну, пожалуйста, как говорится. А, это Аполло. Сейчас поищем, где-то тут Аполло должно быть. Так, все заклеено. Где начало, где конец, не понять.
Так, что-то там внутри есть. Так, это у нас Аполло как раз это и есть. Аполло. Подчеркиваю Аполло. Так, дальше тут идет еще одна. Так, три штуки. Это, наверное, Первая мировая. Да. Первая мировая. Три штуки. Вычеркиваем. Так, первая вот она. Так, теперь это, наверное, будет 5 штук набор. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На набор 7 штук. Набор 7 штук. Так, и остался вот этот вот. Тут я смотрел уже. Второй экземпляр. Все на месте. И этот монетка. Все это я уже смотрел на почте. Так что все две нормально все. Все отлично.